Трагедия на производстве. 30 декабря в 10 часу вечера на пульт пожарной части Хромтовского района поступило сообщение о том, что в ТО Актюбинская медная компания на шахте Весенняя Ралчинская, расположенная в 30 километрах от поселка Куктау. Предварительно при проведении взрывных работ погибли 4 взрывника. При проведении разведки на место происшествия обнаружено 1 пострадавший и 4 погибших. Все сотрудники ТО Актюбинская медная компания, один из них горный мастер, 2 взрывника, 1 водитель. Пострадавшему была оказана немедленная медицинская помощь, состояние его стабильное. При проведении следственно-оперативных мероприятий на месте и после вентилирования шахты в 5 часов 30 минут тела погибших были подняты на поверхность. По поручению акима области на место немедленно была направлена комиссия под руководством заместителя акима области, прибыл также на место аким Хромтауского района, руководство и представители подразделений Департамента промышленной безопасности, охраны труда и управления индустриального развития. Кроме того, руководство Актюбинской медной компании обещало оказать всякое содействие и материальную помощь.